Сегодня я получила посылочку от Насти и хочу вам немножко показать, сколько листиков мне Настя прислала. Какие листы шикарные. Так, это вот этот сорт Lyons. Ну, в общем-то, это иностранный сорт. Вот такой вот я просила у нее этот сорт. Здесь у меня ПТ Катерина, два листика. ДС Мармел Шоу, два листика. Так, Ваше Величество Макуни. Вот таких два огромных листа. А здесь Аве Гром и Молния. Это с новинок. Тоже два листика. Так, Мелоди Китти. Вот он. Такой вот листик. Я хотела этот сорт. Такой вот красавец. Так, здесь у меня еще менюшки. Я их еще не раскрывала. Это Ландыш Серебристый. Тоже два листика. Так, и здесь у меня еще. Так, Эска Пангея. Лего Голубой Лютик. И Энфаун. Тоже всех по два листика. Сейчас буду... вот эти водичку просто поставила. Вот пленочкой сейчас накрою и все. Ну, а вот эти сейчас посажу листики. Вот буду заниматься. Чуть не забыла показать. Вот еще листики. Вот такие вот сорта. Это иностранная селекция. Еще нужно изучать название. Нужно правильно переписать. Тоже вот по два листика. В общем-то, сейчас буду все это высаживать. Вот эти сорта. Ну, а те, как я сказала уже, водичку под пленочку. Вот, ну, не плотно под пленочку, а так немножечко слегка накрыла их и поставила. Просто времени уже сегодня нет все это добро высаживать в другом каком-то видео. Не знаю, в ближайшее время постараюсь снять. Нет совершенно времени. Покажу, что мне там еще Настя прислала. Я уже попересаживала там стрептокарпусы. И несколько там, две или три детки еще. В общем-то, вот так вот. Сезон, почтовый сезон, можно сказать, открыт. Это моя первая посылочка, которую я получила в этом сезоне. Очень довольна. Спасибо, Настя, огромное за такое пополнение. Вот так вот.